Ух, как же жарко, как же жарко. Ника, посмотри, как Саше нравится. Он плавает, а мы нет. Тебе тоже жарко, ты тоже хочешь охладиться, и я хочу. Саш, Саш, как водичка? Ой, София, просто класс. Саша, а можно мы с Никой к тебе запрыгнем? Какой ко мне? Тут меня по шею, а тебе будет с головой, а Нике подавно. Ну нам жарко, мы хотим охладиться. Ладно, сейчас придумаю что-нибудь. Идея. Что ты там уже придумал? Рассказывай скорее, да, Ника? Нам интересно. Что-что? Становись, сейчас вас охлаждать буду. Охлаждать? Ника, Ника, давай скорее. Ох, сейчас освежитесь, то освежитесь. Ну что, мы готовы? Точно готовы? Ну говорю же, готовы. Давай скорее освежай. Ну, готовьтесь. Ой, как хорошо. Саша, Саша, еще, еще. Оно-то хорошо, но все равно жарко. И все равно жарко? Даже не знаю, что вам придумать. Саш, ну можно мы все-таки в бассейн к тебе? Нет, в бассейн точно нельзя. А хотя... В бассейн можно. Можно? Побежали, побежали, Ника, скорее в бассейн. Стоп. Куда? Не в этот бассейн можно. А в какой тогда можно? Есть один, сейчас принесу. Совсем, Ника, забыли мы про твой бассейн. Видели? Вот какой можно бассейн для Ники. Точно, Ника, мы про него совсем забыли. Ну что, пойдем плавать? Подождите, еще рано. Нужно же воды теплой набрать. Да, да, Саш, давай, скорей. Только просто очень-очень хочется плавать, а то жарко. Давай, Ника, скорее идем уже в бассейн, пошли. Садись, ты первая, а я вторая. Давай. Ждем, ждем, ждем. Саш, скорее, быстрее, неси воду, жарко нам. Ну что, девчонки, готовьтесь, вода уже идет. Ух ты, как классно, Саша, давай, скорее. Все, готово. Ну все, теперь мы в бассейне. Охлаждайтесь на здоровье. А я тоже пошел плавать. Ника, а как нам тут поплавать с тобой, а? Мы тут только если... Даже я не помещаюсь. И ты не помещаешься. Ну как мы с тобой поплаваем? Он же вообще маленький. Да. Этот бассейн только для тебя. Мне он не подходит. Правильно, теперь тебе, Саша, хорошо. А мне что делать? В большой нельзя, в маленький не помещаю. Саша, Саш, мне не подходит этот бассейн. Мне он маленький. Ну да, маловат вообще-то. Что ж бы тебе придумать? Ребятки, Софии тоже нужен бассейн. А то и вообще негде плавать. Нужно мне что-нибудь придумать. О, София, а у тебя же раньше был бассейн. Где он? Где-где? В гараже. Папа его хотел поставить, но у него не получилось. Он забыл, как уже ставить. А, если он в гараже, то я знаю, как его ставить. Идея! Пойду я поставлю Софии ее бассейн.
Саша, ты куда? Вот бассейн ставь. Ура, ура, Ник, я тоже буду плавать. Лови. Лови, 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 лови. А вот и бассейн я нашел. Конечно, папа не понял. Ведь в прошлом году я тоже его ставил. Так, уже почти все. Быстренько я, однако. Саша, Саша, уже ты почти собрал мой бассейн. Да-да, почти собрал. Ух ты, как я тут буду плавать. Да, будешь, только осталось воду налить. Пошел-ка я за шлангом. Теперь-то, ребята, мне поставили бассейн. Ну, выходи из бассейна, сейчас будем заливать. Ура, ура, вода, 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 вода. Ребята, а если вы любите купаться, то ставьте лайки. Ну ладно, я поплыла. Что я вижу, что я вижу? Это что, бассейн поставили, бассейн? Хочу, хочу купаться, хочу, хочу. Хочу, хочу, хочу. Ух ты, сколько воды. Надо срочно Нику звать. Ника, Ника, скорее, скорее. Ника, Ника, ты не представляешь, что я видела. Даже не догадаешься, что я видела. Ни за что не догадаешься. Нет, не угадала, Ника, не игрушку я видела. Никуша, там стоит бассейн. Одевайся скорее, пойдем плавать. Так, Ника, что нам надо, что нам надо? Купальник для тебя. Интересно, какой ты выберешь? Вот этот с тигренком? Или вот этот с Микки Маусом? Ник, какой выбираешь, какой? Отлично, мне тоже тигренок больше нравится. Ника, а какой мне выбрать? У меня есть синий, радужный и розовый с единорожкой. С единорожкой тебе больше нравится. И мне тоже. Отлично, но Ника, нам же надо еще круги взять. Смотри, Ника, у меня есть вот такой с принцессами. Вот, вот такой Эльза и Анна. Ну и вот такой простой зеленый, очень большой. Какой ты себе выбираешь? Да, Ника, Эльза и Анна тебе больше всего подходит по размеру. Ку-ку. А я себе возьму с принцессами, вот такой вот. Ну все, Ника, давай переодеваться. Ну что, Никуша, мы с тобой готовы? Теперь можно идти плавать. Пойдем, пойдем. А куда это мои девчонки собрались? В купальниках? С кругами? А, это, папа, мы собрались вот в тот бассейн купаться. Какое купаться? Вы размеры бассейна-то видели, девчонки? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, пошлите. Я вам кое-что покажу. В бассейн они собрались. Пошлите, пошлите. Я вам сейчас кое-что покажу. В басик они собрались, ага. И что ты нам покажешь, Никушай? Сейчас увидишь. Пошли, пошли, сейчас ты сама все увидишь и поймешь. Что Но? Я увижу и пойму? Давай, 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 смотри. Никуся, становись. Ага. Держись, держись тут. Ого! Ну и чё? Ого. И чё? Ого. Две Ники? Даже ты? Даже ты? А? Тебе с головой будет, а Ники, две Ники станет. Ну, какой бассейн? Папа, ну мы хотим с водой играться. Никуся, и ты хочешь с водой играться? Да, папа, видишь, и она тоже хочет. Видишь, мы даже кружки взяли. С
водой играться. О, посидите на солнышке, позагорайте. У меня идея появилась. Сейчас все будет. Давай, Ник, поиграем пока с кругами. Хотите с водой играть? Вот под ваш, под Никин размер хватит воды. Тепленькой. Все. А вот и водица нашим любительницам водички. Там-тарам-тарам. А вот вам и водичка, вот вам и водичка. Опа! Ну, играйте с водой, все нормально. О, я вам даже игрушки сейчас принесу. Ника, плюх, 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 плюх. Лодка раз, лодка два. На тебя лодочка и мне. Ой. Папа, нету воды. Это плохая игра с водой. Нам нужно что-то больше. Правда, Ника? Больше вам надо, да? Да. Это мало, значит. Сейчас будет больше, не кричите. Совсем не то, что нам нужно, да? Ника. Мало им. Миски будет больше. Так, нате, это устойчиво, это точно не перевернете. Папа, тут даже наши руки не помещаются полностью. И Ника на коленях должна стоять. Нет, не подходит это. Думаю, еще что-то. Все этих девчонкам не устраивает опять, да? Так и намекают про бассейн. Нельзя им в бассейн. Холодная вода здесь, ледяная. О, вспомнил. У меня же есть кое-что. О, нашел. Вот оно. Ну, теперь уже точно всем должен угодить. Такого кораблика точно ни у кого нету. Девчонки! Ника, что это у папы? Ой. Вот, девчонки, вам. Нашел. Папа, где ты такой кораблик нашел? Он такой классный. Ага, София, здесь и пушка есть. И пираты сидят, видишь? Так это лодочки были от этой лодки. Ну, конечно, можно пирата и в лодку посадить. И пиратский штурвал тут, и тут, и второй пират сюда. Папа, вот это класс. Только, наверное, сюда вода нужна. Как мы будем играться без воды? Ну, конечно, нужна. Вот эту воду с ведра. Оп, возьмем. О-оу, не подходи. Вау! Ну что, достаточно? Пап, еще чуть-чуть надо. Папа, видишь, и Нике теперь удобно, и она может стоя играться. Ну, хоть с этим угоди. Ладно, я еще за ведерком воды, а вы играйтесь тут. Какого выбираешь себе? Этого? Значит, у меня, значит, будет в красной бандане. Джжжоп, джжжоп. О, Ника, смотри, туда же горочка есть для наших пиратов. Надо ее только намочить. И пираты. А можно и воды набрать, смотри. Теперь тебе нравится, можно и без бассейна быть. Право руля, лево руля. Вот так? Ну, вот вам вода еще для вашей пиратской лодки. Вот теперь полная полундра. Лодка затоплена. Ну что, хватит воды? Аж пушка вылетела. Да, теперь точно хватит. Смотри, София, у вас еще и пушка стрелять может. Чувак! Дай мне, папа, дай. Пока Нику не обстреливай.
Ну что, все? Меня отпускаете? Да, отпускаем. А мы пока, ребята, будем играться. Ну, а вы были на канале Сафуня Шалуня. Ставьте лайк, подписывайтесь. Тогда всем пока-пока!